Назад, подонок! Подойдешь ближе, я оторву тебе голову. Роза, это я, Томас. Оу. Ох, он, похоже, ударил меня в затылок перед тем, как уйти. Ты в порядке? Здесь были эти теневые создания рядом с тобой. Что? Послушай, пока ты гонялся за тенями, этот придурок пытался меня убить. Правда, я его хорошенько укусила, прямо в руку. Ты взял какой-нибудь образец крови? Кажется, я видела что-то на том этаже. Да, взял образец и отослал его в лабораторию. Отлично. Я могу подключиться через этот компьютер и провести удаленный анализ. Бинго! Образец ДНК совпадает с образцом, взятым на станции метро. Это он. Это наш серийный убийца X. Он убил полицейских, и он убивает всех других парней из твоего списка дел. Что он от тебя хотел? Он хотел знать, что мы знаем о палаче. Он посоветовал искать в интернете. Он знает почерк о похищениях, пытках, самоубийствах. Томас, палач в твоем списке дел. И лишь его след не остыл с тех пор, как мы наткнулись на этого серийного убийцу X. X хочет, чтобы палач умер. Он охотится на него. Посмотри на это. Я Дженнифер Албен и веду репортаж из главного полицейского управления. Развитие в деле серийного убийцы-палача. Вышедший на пенсию учитель физкультуры из городской программы юношеской реабилитации сообщил в полицию о контракте почти 8-летней давности с проблемным подростком по имени Карл Андерсон, у которого были фантазии, точно совпадающие с методами палача. Власти просят людей сообщить в полицию, если они знают о местонахождении Карла Андерсона. Не приближайтесь к подозреваемому, так как он может быть вооружен и опасен. Мои источники из полицейского департамента сообщили мне, что они обеспокоены, потому что они не могут найти своего информатора. Представители департамента отказались комментировать последние события. Дженнифер Албен, специально для 5-го канала. Карл Андерсон. Учитель физкультуры рассказал копам о нем. И теперь учителя не могут найти. Хорошо, Роза, мы должны найти школу, в которой работал этот учитель. Школьные городские записи находятся в подвале. Следуй за мной. К счастью, с этим ключом мы попадем туда, куда нам нужно. Это что еще за хрень? Звучит так, словно там ползает какое-то животное. Похоже, что здесь библиотека пострадала от пожара больше всего. Хорошо, там должна быть лестница, ведущая вниз в комнату микрофильмов.
Черт! Больно! Томас, с тобой там все в порядке? Да, да, в порядке. Правда, сломал свой фонарик. Спокойнее. Кажется, я что-то заметила там внизу, в темноте. Я буду там через минуту. Это я, приди в себя. Вот, возьми мой фонарик. Найди путь к воротам на другой стороне. Я встречу тебя там. Не задерживайся. Находясь в темноте без фонарика, я начинаю нервничать. Как удивительно. Ладно, спрыгни вниз и посмотри, сможешь ли ты пробраться назад к лестнице. Я вернусь своим путем.
Господи, Томас, ну и долго же ты. Господи, это уже совсем никуда не годится. Мы должны достать этот микрофильм и выбираться отсюда. Ты предлагаешь нам пройти через это место? Восемь лет назад ребенок и учитель были в одной и той же школе, в 1997. Вот она. Андерсон, Карл. Есть много Карлов Андерсонов, но держу пари, что это наш парень. Он был определен в реабилитационный образовательный центр из-за психического расстройства. Средняя школа имени Святого Иосифа, северо-восток Фремонта. Она закрыта вот уже 5 лет, и неудивительно, что это одна из самых худших частей города. Боже, с тех пор копы совсем забросили этот район. Что насчет факультета? Это не расписание. Список имен. Я возьму его в лабораторию. Посмотрим, что мне удастся найти. Это он. Он нас подслушивал. Похоже, мы привлекли к себе нежелательное внимание. Ломите ему пиздюлей. Сука! Умри! Томас, выход. Нам нужно срочно уходить. Что насчет нашего серийного убийцы Икс? Он располагает той же информацией, что и мы, а значит, он тоже направляется в школу. Возможно, мне удастся поймать сразу двух убийц. Я отвезу тебя туда, затем вернусь в бюро и поработаю над тем списком. Томас, это Малькольм. Как твои дела? Как продвигается расследование? Продвигается, насколько это возможно. Подожди, что ты здесь делаешь? Как ты узнал, где я? Простое совпадение. Увидел тебя с другой стороны улицы. Совпадение? Я не знаю, какую игру ты ведешь, Ван Хорн, но у меня есть работа, так что извини.
Самое время. Только что вошла. Посылай данные, как будешь готов. Обрабатываю. Это займет немного времени. Человеческая кожа. Цвет, фактура и растительность, похожие на щетину, указывают на то, что это человеческие губы и кожа лица. Я тут пробежалась по факультативным спискам. Преподавателем физкультуры во время пребывания здесь Карла Андерсона был человек по имени Сэмюэль Тибетс. И прежде чем ты спросил, отвечаю, да, в медицинской карте Тибетса указана его группа крови, совпадает с кровью фрагмента лицевой кожи. Yes!
Знаешь, я вовсе не птик. Передача завершена. Это Тибетс. Отпечатки пальцев из его досье совпадают с теми, что на руке. Похоже, палач добрался до него раньше нас.
Говорит Томас. Томас, я лишь хотел убедиться, что ты встретишь меня здорово, когда закончишь свои дела. Я не хочу мешать тебе с расследованием, но... Снова совпадает. Это след Тибица. Слишком много нового. Я воспользуюсь профилем ДНК. След заканчивается возле шкафчиков. Томас, ты заглядывал внутрь?
знаю, ты нашел мистера Тибетса. Изображение вроде бы соответствует досье, но я сомневаюсь. Можешь взять крупным планом? Помогите мне. Помощь уже в пути. Кто это с вами сделал? Карл Андерсон. Палач. Так, спокойнее. Вы знаете, где он сейчас? Появился другой человек. Забрал Карла и оставил меня умирать. Роза, немедленно вызывай скорую. А, отбой. Парочка нюансов. Образец ДНК взят из волос, соответствует образцу, который мы определили как принадлежащий тому парню, который выслеживал тебя, тому, кого мы прозвали серийным убийцей X. Также есть некий дополнительный органофосфатный фрагмент. Похоже на пестициды, которые мы обнаружили на шее кукольника? Точное совпадение. Я начинаю анализ этих образцов. Это азинфометил, представитель высокотоксичной группы соединений. Ранее использовался как инсектицид для всех видов сельскохозяйственных зерновых культур. Теперь запрещен к использованию и может применяться только в коммерческих целях соответствующего разрешения. Конкретно этот состав содержит следы других химикатов, список которых совпадает с составом продукции компании Applewell. Я свяжусь с компанией, быть может, нам удастся получить от них список покупателей. Applewell. Яблоки. Да. Как я и сказала, он использовался для всех видов сельскохозяйственных зерновых культур. Яблоки являются одним из этих видов. Бриер – фермерский городок. Думаешь, там есть яблочный сад? Я как раз этим и занимаюсь.
Получилось. На сегодняшний день ни в окрестностях Бриера, ни в самом городе нет ни одного зарегистрированного яблочного сада. Хотя один все же имеется. Яблочный сад на 4-м километре, за пределами Бриера. Работал в течение 40 лет, но был закрыт всего лишь 10 лет назад, после сильного нашествия яблочных паразитов. Питомник никогда не восстанавливался. Любопытно. Судя по окружным сводкам, он принадлежит частной фирме, занимающейся продажей недвижимости. Так зачем ты здесь? У меня чувство ответственности. Я должен помочь. Помочь? В моем расследовании, что ли?
Да, среди прочего. Когда-то я думал, что я лучший детектив, когда-либо работавший в бюро. Но теперь похоже, что они интересовались мной по другим причинам. О чем ты? Я видел свой файл. Очевидно, я для них что-то вроде циркового уродца. Это вряд ли поможет. Интересно, насколько много им известно о том, что происходит? Тебе нужно как можно дольше держаться от бюро на расстоянии. Похоже, у меня не такой уж большой выбор, с тех пор, как они считают меня убийцей полицейских. Их смерть была трагической случайностью. Однако, может, оно и к лучшему. К лучшему? Похоже, ты знаешь о том, что происходит, намного больше, чем кажется. Это питомник Эпплсид. Будь осторожен. Я высажу тебя возле дома, неподалеку от амбара. Встретимся позже. Связь установлена. Передавай. Получила. Странно, но это может быть важно. Осмотрись, могут быть еще куски этой загадки.
Ах!